Привет, дети! Привет! Мы приехали в магазин Костка, чтобы купить кроссовки, какую-нибудь обувь, одежду к школе. Да! Ну, короче, мы в несколько магазинов поедем, но решили начать с Костка. Носки Adidas, да? Сколько их здесь? 4 пары за 8 долларов. Шикарная цена. 6, они 12. На всех. Они, начиная от Лизы до меня. Ну, это мужские, да. Это но мне? Они... Да, тебе бери. Давайте 2 упаковки возьмем, потому что ему все равно надо много в школу. Так, а женских нету? Чтоб носок. Женские здесь только короткие, да? А, нет, вот так. Это... Совсем детские какие-то. А, это Kids, а какой-то размер? 10-13, это на Лизу. Лиз, цветные или вот такие? Какие тебе надо носки? Цветные. Цветные? Давай, бери цветные. Давайте посмотрим, Соня, еще есть какие-нибудь здесь носки? Соня, короткие у тебя есть новые. Тебе нужны длинные, теплые. А такие обычные не хочешь? Это для мальчиков. Вообще для мужчин. Так, ладно, пошли, тогда мы там вещи еще посмотрим. Так, здесь какие-то жакеты. Они синтетические, они плохие. Классные. С пауком. Слушай, коляная, прям синтетика коляная стоит. Ужас. И это стоит... $40. Внутри попробовать. Внутри попробовать. Ну, внутри мягко, но это такая синтетика, как это, на уровне пластика. Это не синтетика. Ужас, синтетика. Ничего себе столик хоккейный. $700 стоит. Столик не слабый. Такая ванна классная, посмотрите. А почем ванна? Там люди, куда люди заходили? Садились, видимо, пробовали, примеряли. Так, мы приехали за вещами, пойдем. Эта штучка снимается вот так. Мяу. Идем. Джинсы. 16. Пробуй. Ну, это такие, да. Слушай, не, они не стрейч. Ты такие не сможешь носить. Попробуй потяни их, Сонь. Тянутся. Ну, мне кажется, они на 16 лет, но они на тебя не налезут. Они немного. Да это не 16 лет, это 16 размер. Да, но он примерно идет на возраст. Не. Не? А вот такие, Соня, не нравятся тебе? Вареные. Тай-дай. Варенки. В 90-х годах модно были такие, Соня, варенки. Слушай, глянь, классно. Хотя два. Они тебе как раз будут, это твой размер. Давай померим дома, посмотрим, как будут сидеть они. Есть еще вариант просто джинсы взять. Нет. Бренд Joyce. Вот обычные, Сонечка, попробуй. Точно такие, только не варенки. Джинсы. Немножко резиновые. Стрейч. О, для Сони аж ничего не порвала. Вот, твой размер, да? Да. Давай оба возьмем, посмотрим дома на них. Варенки и это джинсы. Так, а вот, смотрите, детские джинсы. Может быть, самый взрослый 14-й найдем. Давай, посмотрим. Вот 14, регулярно. Давай, это к тому же Левайсы. Ну-ка, посмотрим, Сонь. Маленькие. Давай, подержимся. Ну-ка. Ну, они в обтяжку должны быть. Это... Не, ну они не короткие получатся. А они такие должны быть, это фасон такой. Берем. Сонь, будешь такие мерить? Твоему тоже. Давай, попробуем. Давай. Есть еще Левайсы такие классические, смотрите, темные. Такие не нравятся? Хватит, нет, хватит. Так, давайте смотреть, вот майки разные. Лиз, тебе нужны такие? Вот. Будешь такие брать? Они длинные. Нет, это... Смотри, как вот так будет. Он не будет длинный. Это твой размер. Мне 3 футболки. Будешь такие брать? Буду. Бери. Ребят, идите, поищите здесь большой размер штаны. Здесь штаны, шорты теплые. Для кого? Это для молодежи. 16 размер. Попробуйте, найдите, Коля. Это маленькие. Все маленькие, да. Пошлите смотреть дальше. Ну, что там? Такие штаны. 10-12 тебе малы. Тебе нужно больше. 10. Так, давай посмотрим, что за штаны. Тут ну, ее длину не проверишь, да? Попробуй какие. Давай попробую. Ну, они тебе малы, Коль. Малы? Я думаю, что тебе малы. Ли классный, хороший бренд. Малы? Они не... Да я... Ну, давай возьмем дома, померим. Но я думаю, что у тебя малы. Давай посмотрим еще. Нет ли здесь 17-18? А, там вот только размер максимум 14-16. А? Вот то, что мы хотели купить. Пума, Соня. Ну, там
нет, для мальчиков. Мы посмотрим сейчас. Вот эти классные, удобные. Соня их не смогла одеть, у них вот этот верстый. Даже вот эта штука у нас сорвалась. Ну, положи вовнутрь. Слушай, а что это за какой-то размер, что не смог Соня налезть? 7,5, у нее размер намного меньше. Давай другие померяем какие-нибудь. 8. Главное, чтобы они вот тут не давили. Оно вот здесь давит внутри. Они вот тут давят, да, дырка здесь слишком маленькая. Получается, что эти кроссовки негодные, они просто не влазят. Ну, они смотри, конечно, штучка классная. Да, там memory foam. А мы в прошлый раз их присмотрели, думали их купить, Соня. Так, носки для Сони. Ой, какие они мягкие. Вот. Папучик, ты попробуй эту. Это просто какие-то шикарные. Так, 6 пар. Соня, ты такие хочешь? Да. Убери. Есть что-нибудь здесь на Колю? Вот такие, Коль, не хочешь? Они кожаные. Рибок. Вот большие, на 8. Ну, размер можно найти. Просто такой, Коля, стоит ему искать. Коль, будешь такие рибок или ты не хочешь рибок? Тебе нужно Adidas. Нормальные? Нет, не нравится. Не нравится? А вот Фила хорошая. Кстати, Фила хороший бренд. А, ну они, видишь, с дырочками. Ему нужно вот такие, плотные. Тканевых у него полно. У меня и тоже дырочки есть. Кстати, мне Фил вот эти нравятся. Так, а вот давай еще здесь какие-то есть. Коль, вот смотри, белый рибок. Не хочешь себе такие? Нет, ты знаешь, что я никогда больше не буду брать белые ботинки. Но белые, если кожаные, не отмываются. Тканевые плохо моются. Вот так, просто положу. Так, еще какие есть здесь? Weatherproof. Ой, эти тяжелые какие, ужас. Вот Nike. Nike за 70? Да. Они тканевые, ему нужны не тканевые. Вот такие, Коль, тебе надо. На охоту. Ой, почему они? Подождите, что это? Сколько они стоят, интересно? Я так и думала, что они $150 стоят. Лис, померяй. Давай, Лис, одевай, я тебя на заставку сниму, скажу, что это Лизе обувь к школе. Она как мук, скороход в них. Это Лизе обувь в школу. Эти хорошие, посмотри повнимательнее. 8 у тебя? Померяй 8. Возьму. $25 всего стоит. Костка, всегда цены на обувь хорошие. Коль, удобные? Да. Будешь брать такие? Да. Для девочек наборы. Это получается просто такая накидка, что ли, одна? Это вообще какая-то докторская майка. Блин, смотри, рукава какие. А какая-то китайская одежда. Вот такой жакет у нас дома висят, полно таких. Соня их не носит. А вот наборчики. Футболка и куртка. Положи. Положить, да? Окей. Все, пошли. Здесь смотри, приложи, ну приложи хотя бы. Нет, Соня не хочет. Юбка и кофта такая с дырками, рукава. Adidas. Это синтетика, такая синтетика, от которой сухие или кожа цепляется, или ногти, если не запилить хорошенько. Ой, такая синтетика жуткая. А у меня, а внутри? Немного как-то неприятная такая. Три такая. Ну, короче, давай еще поищем. Мне не нравится, что он такая, настолько синтетика, вот эта вот цепляющаяся, противная. Ну, да, мне кажется, она тебе велика будет висеть. Она должна быть в обтяжку. Так, это уже мужские джинсы, да? Коль, ты будешь джинсы носить? Мне кажется, что они классические, что-то такие не сможешь носить. Они узкие в талии. Да? Да. Сань, хорошо, давай возьмем, померяешь. Давай? Да. Бери вот 32. А есть 32-28. Ищите. Вот 32-30. Выставайте, меняйте. Так, идем платить и едем в другой магазин. Сейчас поедем в наш торговый центр. Мы приехали в магазин Marshalls. Сейчас здесь будем искать обувь и, может быть, одежду какую-нибудь посмотрим. Не продаю, посмотри. Рюкзаки, да? Да. Ну, просто пойдем глянем, почем они здесь. Интересно. А, кстати, мы Коле поменяли на Adidas рюкзак. Почем здесь Adidas? $45. Он маленький какой-то. Вот большой. Или тоже маленький. Коле мы, конечно, купили огромный для хай-скул зачем-то. Смотри, это Джордан. Смотри, сколько он стоит.
Сколько? $25 всего. Ты не хочешь себе такой поменять Adidas свой на этот? Может быть. Будешь? Тебе нравится такой? Мне нравится, только я не знаю. Если хочешь, возьми этот. Он круче намного, чем эти Adidas тут купили. Классный. Бери. Окей, я вот этот поменяю. Хотя я и подумала. Возьми, а потом дома подумаешь, сравнишь. Давай посмотрим, какие здесь Puma, вот крутой рюкзак. $35. Смотри, какой классный. У меня чуть маленький. За $15, ребята, гляньте, какой Levi's стильный. Классный. Так. Соль, смотри, какая подошва. Ты ей нашел кроссовки? Покажи. Классные. Это не Adidas. Это само. А какой размер? Это 7. Соня, не хочешь себе такие? Классные. Классные. Jane Sport. Слушай, такие цены вообще на них. Мы Коле и Adidas купили за $55. А здесь такие цены низкие. Классные. Супер рюкзак. $55. Классный. Пума для девочки. Гляньте, какой классный. Может, Соне предложить? Хотя она от синего не откажется. Суперский. Смотри, Nike здесь разные. Маленькие Nike. Хорошо, просто. Так, смотрите, и Коле, и Лизе, всем смотрите. Не, замши вы испачкаете, ей нужны кожаные. У тебя тканевых 5 пар кроссовок. А вот Джордан и Коль, смотри, какие. Ну, бля, классные. Коль, не хочешь такие? Но они тоже тканевые. Ну как все? Нет, даже если они были бы... Маленькие ткани, размеры. Я не хочу, смотри, какие они. Я люблю такие язычки, которые... Классные Nike. Обычные. Какие? Nike Air? 7 размер, а тебе нужно 8? Мамочка, да. Мне кажется, вот эти великоватые. А это какой размер? 7. Великоватые? А нет 6? Нету. Предлагаю взять их дома с носками нормальной памяти. Да, потому что здесь можно легко вернуть, поэтому давайте возьмем. Ой, да, вот эти симпатичные, конечно, но замшевые. Представляешь, как часто их придется мыть? Мне кажется, они малые. Сонечка, поставь на пол. Как раз. Как красиво. А там шнурки внутри. Классные вот эти, мне тоже нравятся. Просто их наверх. Они легкие, да? Ой, легкие какие. Мне нравятся. Немножко большие, но отличные. Большие немножечко? Отличные. С носками будут вот отличные. Берем их тоже. И к Коле. Коль, как насчет красных? Какой это размер? Это Никите. У Лизы 13 или 1? Да он 9. А вот смотрите, Рибок за 32 на сейле. Сонечка, а ты такие не хочешь? Смотри, Рибок. Беленькие, нет? Нет. Коль, вот такие Найки не найдешь себе побольше? Не нравятся такие, нет? Нет, ну, все, вижу. А вот ноги классные. Мама, а, они прям резинка. Скользкие. Ну, выглядят супер. У меня какие классные. Может, Коле вот такие посоветовать? Они что, здесь одни? Коля, а вот такие не хочешь, поищем, не? Under Armour. Я хочу Adidas, я не хочу другие. Хорошо, ладно, Adidas. Нет? Ну, Adidas. Ты померяй. Рошнувые померяй. Ай, что тебе 8 нужен, да? Да, ну 8. Ай, тут крутые Адидасы. Крутые, которые нет. Я так понимаю, что нам нужно в другой магазин опять ехать. Что, платим, да? Да, платим. Нет, едем. Мне пока не купи ничего. Мы в другом магазине. Соню отвезли домой, а с Лизой и с Колей мы приехали в магазин Рос. Да. Там можно найти доступную хорошую обувь. Так. Мы с Лизой выбрали вот такие вот бебешки. Да. Они ее размера как раз. Надо было, может, носочки взять. Попробуй померить. Очень раз. Удобные. Они тебе не велики? Нет. Попрыгай, очень попрыгай, удобные. Походи в них. Надо второй одеть. А как ты будешь ходить? Не знаю. Ладно, давай мы их возьмем. А дома потом померим и разберемся. Если кто-то один, держи их. Вот, Adidas. Вот такие, Лизочка. Будешь мерить? Буду. Коряга. Так. Он стоит за коряга. Нет, ну, скажи, они удобные? Второй будешь одевать? Или дома все-таки будем мерить? Дома будем мерить. Давай дома все их разложим, да. Померяем. Попробуем побегать в них. Я ведь на физкультуре могу в них бегать. Просто на физкультуре нашей нельзя бегать, где пальцы открыты. Смотри, красота блестящая какая. Класс! И как раз 13-й
Мне кажется, тебе первый надо. Мне кажется, они тебе малые будут. Ой, не, не, маленькие, да. Это для Никиты. Майкл Корс. Классный. Короче, мы находимся сейчас в аутлете. Здесь продают все, что в магазинах других не продали. Сюда привозят. Вот смотрите, допустим, раньше стоили эти 70 долларов кроссовки, а теперь они стоят 35. Мам, тут смотри, тут классные. Везде. Адорамо. Слышь, тут везде Adidas, только они не мой размер. Слушай, а вот какие-то Adidas мы их видели, 13-е. Слушай, они такие красивые, но тяжелые. Мне кажется, здесь тут малые, наверное, тебе нравятся, да? Мне очень эти нравятся. Тут розовые? Большие, наверное. Какие нравятся, покажи. Вот эти. Тут. Вот эти? Да. Фила? Нет, это твой размер. Мы? Да, давай померим. Это очень большие. Я подрасту. Короче, пока вот мы на этом остановились, и пойдем сейчас Коле смотреть. Левисы какие, левайсы. Классные. Они просто так сильно, они такие мягкие внутри. Классные? Возьмешь эти Nike? Nike классные кроссовки. Будешь? Мама. Они тебе велики или как раз? Ну что ли? Лиза, где твоя обувь? В тележке. А, окей. Коль, будешь такие брать? Я не хочу. Давай дома что... попробуешь. Даже если... А, мама, смотри, если они станут грязные, их будет видно. Что они почти белые. Ну это кожаные, да. Ну да. Может возьмем? Не хочу. Ну, мне нравятся эти Nike. Вот 8-й, Коль, твой размер. А это что такое? Да, это не твой размер. Это на... Я даже не знаю, на какого-то. Он 17-й. 17-й такое я бывает? Я думаю. Ну такое бывает. Мам, какой... 17-й, правда. Давай их возьмем на теплую погоду. Значит, 2-1? Да. Вот эти и окей. Потеплей. Потом дома получше померишь. Они мне нормальные. С носком будут нормально. Классные. Смотри, какие. То, что ты хочешь. Будешь такие? Твой размер. Твой размер. Твой размер. Да какие крутые. Adidas золотые. Такой же размер? Да. Такой же? Да. Я тогда вот эти померю. Крутые Nike. Классные вообще. Они стоили 145 долларов, а здесь за 60 продаются. Мама, они нормальные. Нормальные? Да, не малые? Нормальные. Может, поищем побольше размер? Или эти будем брать? Нормальные. Дай-ка это... посмотрю, странные как они. Так, ну что, давай еще поищем. Ты эти пока держи. Смотрите на эти кроссовки. Коль, что это? Это называется баскетбол. Баскетбольные или вообще Nike? Nike вообще слишком много придумывают. Nike, да, наворачивают. Коль. Не? Твой, 8-й. Будешь мне? Кожаные. Вот это, они не будут зато пачкаться. Что скажешь? Такие будешь брать? Да. Короче, такие, пошли еще одежду посмотрим. Короче, мы взяли еще Коле пару штанов померить. Штанов, и всем две ботинки, Лизы, и две, по две пары обуви. Пойдемте платить. Да. Дома потом покажем, что мы купили. Соня померит, все померяют. Короче, мы приехали домой, и Соня померила вот эти Adidas замшевые. Они невероятно крутые, ребята. Поверни, Сонечка, боком. Они такие мягкие, такие легкие. Так хорошо сидят. Соня, удобно? Очень. Тебе нравится? И. Их оставляем? Или еще поищем что-нибудь? И. Да, оставим. Оставляем, да? Да. Давай, Коль, показывай. Ну, покажем Коле, на которой просто купили рыбок. Ну-ка. Как тебе? Нормально. Удобные? Хочу нравится? Хочу новые поделать. Соня обула вторые филы, которые мы в Костко купили. Мы не снимали их, как покупали. Да. Соня говорит, что они еще даже удобнее. И они ей очень подходят под рюкзак, под ее голубой. Да, и вот здесь маленькие колючки такие, что полные. Не скользящие, это, да? Это ранее чилс. Короче. Соня, оставляешь тоже эти? Да. Какие тебе больше нравятся, первые или вторые? Эти. Соня померила джинсы варенки. Соня, повернись. Слушай, класс, мне нравятся, крутые. Они еще стрейч, тянутся, резинки такие. Будешь оставлять их себе? Если... Так, Джойс, классные джинсы, мне вот эти тоже нравятся. Они отличные. Соня померила еще Левис, или Левайс, как они правильно называются. Короче, они совсем не налезли. Повернись еще. Удобные? Очень. Короче, эти тоже оставляю. С кроссовками, я думаю, что будут классные. И мне кажется, Соня, что футболки, которые мы Лизе купили, тебе как раз. Придется, короче, эти футболки Соне оставлять, а Лизе меньше размер покупать. Соня, пониже. Я суперэтикетка. Вся в этикетках, да. Лизочка, они тебе будут велики. Тебе М-ка нужна. Видишь, они Соне как раз футболки.
Сонечка, ты как чувствуешь? Она тебе мала футболка или как раз? Отлично. Повернись боком. Ну, короче, я не знаю, оставим в любом случае или Лизе, или тебе. Посмотрим потом. Ну, это обычная просто футболочка классическая, да, под джинсы нормальная. Я очень гладенькая. Нравится тебе, да? Угу. Мы, короче, Соня перебрали тут кучу вещей ее. Она себе оставила все, что ей нужно в школу. Вот, и у нее, короче, теперь все есть, да, Соня? Да. Ты укомплектована, да, у нас. Лиза померила дома свои, говорит, что они чуть великоваты. Сильно велики? Да. Чуть-чуть. Придется поменять. Да. Ну, такие классные, удобные, да? Да, очень. Ну, а это вторые Лизины кроссовки. Да. Мне очень нравится, и ей тоже нравится, да? А, вообще не велики. Поворачивайся. Классные, да? Ну, одежды у Лизы полно. Мы ей заказали там пару футболочек, пару шортиков в школу. Да. А остальную одежду у Лизы полно новой, хорошей. С другой стороны. Тебе нравятся они? Да. Будешь их вставлять? Да, классно. Последние это... кроссовки у Коли кожаные, такие классные, мне очень нравятся. И другие, они не настоящая кожа, вот это да. Видишь, смотри, они даже чуть помялись, видишь, другие нет. Да, вот эти очень удобные, и их будет можно носить в более холодное время года. Да, вот почему я их выбрала. 30 августа у нас первый учебный день. Осталась у нас одна неделька. Поэтому... Дорогие зрители, если вам понравилось наше видео, то... Поставьте лайки! Спасибо, что вы все это время были с нами. До свидания!